Дорогие друзья, всем привет! Так, у нас на улице 24 градуса, время 10:30 дня. А я вам хотела показать, как я замешиваю пельменное тесто на своем планетарном миксере Kitfer 1308. Появились последние сообщения, спрашивают у меня зрители, какая модель Китфорта. 1308. Это самый первый Китфорд. Потом у них появились другие марки, но мне они уже как бы с двумя крюками, но и мощность побольше. Мне по цене и по его качеству нравится вот этот миксер. Он сейчас где-то 5700, по-моему, у них на официальном сайте стоит. Чайник на заднем плане у меня закипает. Здесь я уже просеяла 4 стакана муки. По рецепту берется так. Вот у меня стакан. Здесь 200 миллилитров. 4 стакана муки просеяла вот сюда в чашу. Так, что здесь у меня? 2 яйца крупных. 3 столовые ложки деревенского растительного масла. Вы можете брать и рафинированное, и нерафинированное, любое. Сюда я уже насыпала. Добавила 1 чайную ложку соли. Жду, когда чайник закипит. Заливаю сюда кипяток. На 4 стакана муки 1 стакан жидкости плюс яйца и растительное масло. Я вам покажу, как делаю я. Вы оставляйте свои комментарии. Потому что есть здравомыслящие комментаторы, а есть неадекватные, которые не то, что хотят, например, вот что-то подсказать, откорректировать там, ну, свое мнение выразить. Они начинают сразу как бы с оскорбления. Но у меня сейчас мало таких комментариев. И я стараюсь их не удалять. Думаю, пусть все читают. Меня это вообще не волнует никак. В первую очередь я выливаю кипяток. Вот, опустила, чтобы мука в разные стороны у меня не пылила. Поставим вот такое заграждение. Так, ну я сейчас двумя руками с тряпочкой стакан выливаю сюда, потому что сейчас камеру положу. И пока вот включаю я на единичку и выливаю стакан воды, и потом я прибавляю, потому что надо, чтобы, если медленно вот так будет крутиться, то комок медленно будет собираться. Я уже так привыкла, уже знаю, как мне нужно лучше сделать, поэтому показываю, как делаю я, а вы делаете так, как вам удобно. Ну, поехали. А я сейчас так попробую вам показать. Давай, быстрее. Кипяток распределится сейчас по всей муке, чтобы яйца не сварились. На тройку прибавила. Thank you.
я думаю, можно выливать. Прибавляю на 4. Вот видите, он стал забирать муку всю. Сразу убавляю. На 2. И что теперь я делаю? Чтобы он снизу забрал всю муку, я немножечко доливаю водички, чуть-чуть прям. Хотя он и неплохо и так справляется, но все равно надо, чтобы в ком собралось. Чуть-чуть, прям чуть-чуть. Прям чуть-чуть. Убавляю на 1. Видите, мука вся собралась. И теперь пускай вымешивает тесто. Пускай хорошо промесит тесто. Будет месить на 1. Хорошо собралось, видите? Все, хватит. Посмотрите, какое тесто получилось. Оно еще тепленькое, сейчас остынет. Сейчас я его в пакетик положу, пусть немножко отдохнет. Я пока займусь фаршем. Рекомендую всем рецепт теста, потому что при варке пельмешки не рвутся. Пользуйтесь.
Вот так выглядят пельмешки. Я их закрываю пленкой и отправляю в морозильную Хочу камеру. Хочу вам показать. У нас телевизор перестал хорошо показывать. Это у нас только или везде такое? Но хочу сказать, некоторые каналы показывают нормально. А в основном вот первый, второй, НТВ, РЕН-ТВ. А вот такие, как вот НСТ, я смотрю, нормально показывают. Вот взяла камеру, да, и он не отключается. Прям даже смешно. Оп, вот. Вот такая история. Это вот дело. Все, включился. И вот через какое-то время опять отключится. Вот такая же история. Вот так мы смотрим фильмы.